Димка Мандаринка, нам нужно срочно Bite the Bull сделать, иначе все. Так, я все. А как квесты? Как квесты-то проверить, какой стоит? Ты помнишь, я уже все забыл. Была машина. Чувак, я забыл, как квесты смотреть. Я в машине. Я заколол кого-то, прыгнул. А смотреть Bite the Bull. Это оно. Я уверен, это оно. Что-то никто не лопнул, но ладно. Не, чувак, этот тип провалился for good, его здесь уже не будет. Бать забыл, поэтому поехали на сюжетку. Сейчас, а как открыть карту, напомню мне уже? Ну тап, да. Угу. Вот. Чувак, камеры сами себя не развалят, понимаешь? Мне надо сначала у меня есть заехать. У меня ничего не... А у меня вообще слотов оружия нет никаких, нифига себе. А как это так? Как же буду камеры-то разбивать вот без оружия? Это что? Топор, нормально. Топор плюс кувалда равно нормальная тема. Возьмем. Сейчас мне проехаться надо чуть-чуть. Так, подожди-ка, теперь. Подожди. Да, создаем. Изи, нашел топор, нашел кувалду, нашел умертвитель. Я только что открыл дверь, и зомби улетел от двери мэй на метров 500 тысяч. На 500, на 500 тысяч, ты прям посчитал. Ровно, да, у меня... Так, все, я доехал. Я нашел умертвитель. Камеры безопасности. Я еду в Sunset Hills, и все. Да иди. Чувак. Есть огнестрельное оружие у тебя какое-нибудь? На тебе с колена! Ебать, тут хаммер упал! Чё, почему хаммер упал? За барной стойкой в таких заведениях должен быть дробовик. Должен. Металлические ножки, но это тут металлическая оружие, бита. Блин, ни хрена тут зомбей, чувак. Это просто забей. Я нашел уютное кресло. И арбуз какой-то. Так, ну-ка. Бэм! Я только что съел. О, есть, коцает, нормально. Я нашел штуку, которая нам поможет. Чувак. Чего? Съел арбуз и вырыгнул. Ты съел арбуз и вырыгнул? Да. Кайфово получилось тогда. Сильно. Слушай, а есть какое-нибудь... Во, пневматическое игрушечное ружье. У меня хуёво после арбуза, чувак. Ну так а чё ж ты ешь арбуз-то испорченный? Ну, на виду. Я что, доктор что ли? Быстрее карабкайся, тварь! Блять, у меня экран, монитор шатается, как пьяного. Чувак, я стреляю по камерам с этого... С какого-то хуевого пистолетика. Чувствую себя не очень хорошо. Кстати, какой-то чертеж есть в игрушечном магазине, надо бы его взять. Надо. Знаешь, что это за чертеж? Что? Я еще сам а, не знаю. А, здесь закрыто, нельзя. Он здесь взять. Типа не лежит. О, здесь лежит круче. Ох, ёб твою мать, это реально что ли? В люльке ребенка гранатомет. Что-то явно прогнило в этих местах. Ребенок что-то знал. Уйди от меня, я с тобой не дружу. О боже. Уходи, дверь закрой. Блять, меня едят. А штаны? О, нормально, я отлично выгляжу. Я выгляжу отлично. Блять. Ты сейчас охуеешь с моего костюма, братишка. Ну, покажи. Есть, одну из трех камер я сделал. Теперь надо бежать на другую. Я нашел кресло. Ты сам его? Сам. Ну сам так сам. Я дракон. Я супергерой. Как меня назвать? Говномен. Я говномен. Кто спасет человечество? Это говномен, говномен. Изи. Ой, как я это пошел. Классическая музыка рубает. Говномен прыгает. Говномен на защите человечества. Вот это меня успокаивает. Вроде как я сейчас не могу попасть. Так, готово. Говномен, говномен. Он почти как супермен. Говномен на защите человечества. Опачки. Опачки, готово. Три. Иди, стрел. Сука, сюда. Кусок говна вонючего. Это ты едешь? Да. Подойди, мне нужно проверить автобомбу. Я не могу проехать там сейчас. Как тебе подойти? Подойди. Ай-яй-яй, меня кусают. Блять! Я понял, автобомба плохо работает. Так, готово. Эй, ты, сука, пошла к черту. Я тут выбираю себе костюмчик, если что. А, манекеном драться нереспектабельно. Во, это по мне. А сланцы, я видел, тут еще сланцы были, это тоже по мне. Блять. А туфли имеются в этом магазине? Я без туфли... Эй, Димка, что происходит? Я? Почему все взрывается? Эй, мы закрыты, сынок. Так, гранат, наверное.
Да, блядь, что ты делаешь? В принципе, мне и такой прикид тоже подходит. Что там за заваруха? Я слышу, там кого-то режут ногами. Не, пиздец. А зачем ты так делаешь? Я не могу собрать, короче, бомбу что-то какую-нибудь, потому что там пиздец. Тут что-то взрывается. Что-то взрывается и горит. Уходит толпа. Ну-ка, пошли к черту. Куски вонючего говна. Я помогаю. Я уже здесь, дорогая. Help is on the way. Да тут мы. Так. Ну-ка иди сюда, мазафакер. Говно. Давай. Димка, а ты где? Людей спасать надо. Бомбу. Какую бомбу? Большую. Мы должны спасти людей. Ой, блядь. Что такое? Сейчас как ёбнет. Кто ёбнет? Большая бомба. Люди умирают. Блядь, по 26 зомби убил одну бомбу. На, сука, в поддыхте. Я кишки достал из него. Пошел к чертовой бабушке. Кусок вонючего говна. Димка, где ты? Я уже рядом. Отстань от меня. Пистолет нашел. Быстрее. Ох, отлично, ты пришел, ну, наконец-то. Димка. Димка, ложись. Я взял, толкаю, я толкаю. Давай. Я пока, это... Обычно занял... А, ну это тот самый, который, помнишь? Ну, он под землю провалился. Я хп мало, кстати. Блять, я пристрелил ее, к сожалению, эту женщину. Хорошая работа, Димка, я в тебе ни минут не сомневался. Че, пошли дальше? Блять, она об зомби ударилась. Да ладно? Ух, нихера! Чувак, тут спецподразделение! Ах ты... Слышь, меня обстреливают, братишка, нужна помощь. Я спасаю члена. Ты спасаешь Мишка, члена? Мишка, хуярь. Мишка всех убьет. Человек, пока ты спасаешь члена... Они уже здесь! Димка, нужен хелп. Сейчас Мишка спасает члена. Я лечу. Бочку, суки, получите. Где-то мои... Электро, электро! Электро, сукины дети! Электро! Мишка, помоги мне. Димка! У меня нихуя нету. Педрила, иди помогай, спасай мою жизнь! Я... Помогу сейчас. Димка, они пулеметами... Я спасаю пацана. Да... Всрался. Он мне дает экспы. Тут очень-очень конченая камера. Это просто ужас, когда ты вот так стреляешь, ты ничего не видишь. Ну, блядь. А на что выкинуть оружие? На С. Чувак, я не могу пожарника убить. Я рад. Меня тут со стволов обстреливают. Где эти... Что ты за спец... Ну, куда ты стреляешь? Что за спецподразделение за нами гоняется? Во-во-во, давай. Ага, понял. Да отвали, Колька! Блин, еще зомбаки такие, сука. О, они начали есть их. Они этих пацанов едят. Да, блин, наконец-то. Отлично. Слышь, а сколько тебе надо попасть, чтобы ты умер, братишка? Все, я убил там. Иду к тебе. Это без... Иди сюда, запарил. Надо еще родителей вот. Чувак, они такие вообще жирные, эти типы. Это просто забей. Они выдерживают 60... Ну, как минимум, 30-ку... 30-ку пуль они прям точно-точно выдерживают. Да про кого, да? Ну, тут пацаны со стволами нападают. Спецназовцы какие-то. Я пошел. Давай, он там подбитый уже. Ой, справа. Живые? Да. Он, блядь, не попутал. Ну ты прям герой. Так я видел, как майдановец вышел. Чувак, там столько их было, ты меня так подставил. Я думал, я сдохну. Есть. И супер мега прыжок имени Говномена. Все, Говномен на месте. О, чувак. Драматическая развязка. Я нашел трагическую развязку. Что за хрень? Что здесь нужно сделать? Ну-ка. Я только А, наверное, вот здесь. Какое задание? Чё-то я не понял. А, вот Е. Ну-ка, Е. Я не совсем понимаю, что этой игре нужно. Я скажу людей. Пришел. А теперь скажи мне, это нормально, да? Сейчас, подожди. У тебя тут есть что-нибудь, что ты должен включить? Да. Что тут? Какая-то коробка. А у меня этой коробки нет. Смотри, как у тебя макасин сначала.
кайфовый костюм. Вруби коробку, у меня тут пустота. Окей. Я смотри, я сейчас сквозь нее пройду. Я прошел сквозь нее, да? Меня просто не забираешь. У меня она... Я сломал ее. Красава. О! Она появилась, ну наконец-то! У меня тут была пустота, я думаю, что здесь нужно сделать? Ёп её мать. Опа, очередной чертеж. Посмотрим. Чертежи оружия. Игрушка с кислотой? Это... Ты видел там ребенок какой-то? Да. О, шут, сейчас будет задание крутое. Я готов. Сейчас скажу, что делать. Да, блядь, взорвалась машина. Вместо М-ки дурацкая надо брать её. Курс выживания. Убить как можно больше зомби, используя электрическое оружие. Электрическое оружие? У меня есть немножко электрического оружия. Но его очень мало. Так и что этот младенец будет делать? Можно им драться? Серьезно? Лол, он убивает. А если его кинуть, интересно? Слышь, лети, мразь. Он зацепился! О боже! Лучшее оружие в жизни, блядь. Ебать, вот это будет вещь сейчас. Ну вообще, вот именно, ну вообще. Ну-ка. Ну-ка, сука. А, давай, давай завалим пожарного. Эй, ты что, не работаешь с такого расстояния? Ну-ка назад. Давай лети назад тогда. Огонь по пожарному, я сказал. Отлично, попадаешь. Молодец, хуярь его. Почему он все еще жив? Ты можешь его убить? Какого черта? Почему они живы? Мочи его! Мочи эту суку! А, ты бесполезный кусок говна! Все вертолеты в этой игре это полный отстой! Что с ним? Вертолет, что с тобой? Ну-ка давай-ка назад! Ты запарил меня! Давай пили этого странного пожарного. Хорошая работа, вертолет. Им просто пофиг. Пожарный, походу, босс-зомби. Ему наплевать на такое оружие. Давай, врезайся. Ах. Бесполезный кусок хлама. Не иначе. Хватайся, хватайся. Ну вот же, я тебе дал запрыгнуть. Здорово. Так, теперь на вагон. Ну и с вагона можно попробовать на крышу. Четко. Я Конан. А ты хуйло. Так, преодолеваем расстояние. Драматическая развязка. Не успела отстрочить пареньку. Такое не забывается. Так, к успеху шли, не подфартило. Нормальный перевод, пацаны. Нормальный перевод, пацаны. Че у нас тут? Энергокрик. Это колонка плюс... Колонка плюс глобус. Ну-ка попробуем. Это, наверное, будет такое... как, знаете, футбольные фанаты делают. Палаш на базу. Думаю, стоит брать эту хуйню. Ладно. Хуйня, я отдам тебя на усыновление зомби. Зомби, присмотрите за парнем. Парень вообще укатился на соседнюю улицу. Явно они за ним присмотрят. Так. А аккумулятор с мечом ничего нам не дает? Вы не помните? Надо попробовать. Аккумулятор с мечом ничего нам не дает. Переносная стереосистема. Так что за гудок, кстати? А, кусрода? Ну-ка. Сейчас попробуем. Неплохо. Фус. Рода. Нормально. Fucking cool. О май гад. На тебе в рот. Четко. Только не в рот, а в плечо получилось. Это здесь можно было в ночной клуб залезть, да? Где я скрафтил эту штуку? Да. Фус. Рода. Слышь, у меня отличное оружие. Фус! Рода! Если бы ты... Красава, Димка. Если бы ты, кстати, еще не отвлекался, вообще тебе цены не было. Все, уже, все. Я готов. Ну, давай.
мне пешком бежать, я уже возьму дамскую сумочку, она подходит мне, по моему стилю. Давай, приезжай. На чем? На чем угодно, найди себе машину. Машину. Ну найди любую там, ты просто далеко. Что это за магазин? Тут машин вообще нету. Да там их полно, ты просто плохо ищешь, чувак. Почему я за живот хватаюсь? Может, потому что ты устал? А, может быть. Ой, вроде вижу. Апельсиновый машину. Сок и шестизарядный револьвер. Но в нем 18 патронов. Ну, я закинул машину в сумку. Кстати, я и попал в машину. Это другое. Чувак, зомби просто страдают, я тебе говорю. Что ты делал? Обычный револьвер, он даже ваншотит в тело. Вот. И пробивает насквозь. Кто эту штуку сделал? Кто эту штуку сделал? Твой дедушка. Что яблочко, есть? Скушаю яблочко. Ого, яблочко хилит неплохо. Так, я на мосту. Давай, двигай я сюда. Я еду на мотоцикле. То есть это на машине, круто. А машина на мотоцикле. Это круто. Буквально. Это круто. Я уже говорил, что это круто. Да. Это круто. Да, это круто. Это круто. Это круто. Я думал, ты мне пришли. Что-то бросил. Меня тут вытесняют черепахой. Это плохо? Ну, блять, мы же вроде это делаем, дело или нет? Да-да-да, я еду. 80 метров до миссии, до тебя. Давай, а я около миссии уже. Так, вот. Я разрубил напополам человека, я страшный. Я своим... Страшный человек. Органом подкинул бейсбольную биту. Ага. Неплохо. Ты идешь? Да, я тут зомби убиваю, чтобы пройти. Проход-то один. Зомби много. Ждем другого игрока. Другой игрок здесь. Другой игрок там хуйня какой-то занимается уже. Я нажал на тап и присоединился к тебе. В общем, молодец, юноша. Я не знал. Молодец. От души в душу душевно. О боже, Димка. Лучше бы ты не приезжал. Да, место явно не за... Босс? Будет босс? Я не знаю, но... О, смотри, чертеж лежал справа. Я думаю, здесь будет какой-то мясницкий ой, босс. Ой. Оп. Ты меня спасешь? Димка, это кажется, тебя будут обрезать тебя. Нет. Я вот власти такое видел, будут обрезать, я тебе говорю. О, кто это? Какая-то тёлочка. Слишком слабый, чтобы вставать. Сейчас не делайте. Надеюсь, вы не пьете. Здоровую печень здесь не найдешь. Тише, а что это босс будет какой-то? Может, он сделает какого-то мутанта? Зачем что за херня? Органы. А. Слышишь? Они мои, говорит. Ты вынул все это из людей. Ты не понимаешь, да, сынок? Кто это такой? Слышь, это Киркоров, который уже в отставке, блядь, я тебе говорю, это он. What the fuck? Что за херня? Видел у бабы там разрез? Да. Баба, будем, короче, двоих месить, походу, давай. Победить стоять. Настоящего Альбиона, вот этого. Я не могу ходить почему-то. Слышь, я тоже. О, Димка, у меня нет даже оружия никакого. Он стоит. Ай, блядь. Ты уверен? А, да. Что за херня, Димка? Мы с тобой танцуем. Как тренировались. Что за ептую мать? Чё, я органы, я беру чувак, органы. А и, где и, кто? И, не знаю. Вон, с той стороны, вон где-то тут. Мне нужно что-нибудь шутить. Холодильник, шутер. Холодильник. Холодильник. Я достал печень. Не знаю. А зачем нам они нужны, прости, еще раз? Не знаю, они взрываются вроде, не? Альберт. Альт. А, он палит! Он говорит, не бери органы, типа. Чтобы узнать, где настоящий, нужно взять органы. Он говорит, зачем ты это делаешь? Ой, на, вижу. Сука. Схватить его. На. Слышь, чувак, я его рубаю. Я его бью, он меня рубает. Ты не того, кого ты ударил, чувак. А может, ты наоборот не того бьешь? Я не того бью. Да. Я ударил настоящего. Нет. Да. Настоящий у меня, настоящий у меня. Ты уверен? Не знаю, наверное. Чувак, я схватил. Я рубил и вколол.
И меня тоже. Вот он тебя месит. А, это не настоящий, ты бьешь не настоящего, чувак. Потому что он дурак с пилой, настоящий не с пилой. Нужно найти какие-то органы. Пробел. Пошел нахуй от моего друга! Пошел нахуй от друга! Что произошло? Димка, мы опять танцуем! Мы походу это... Отлично! Синхроночка! А тигру надо идти и брать органы. Когда берешь органы, он злится. Пошли в главную комнату. И только так ты можешь узнать, кто настоящий. Она пробила, класс много, я класс. Вот здесь надо, вот смотри, взять органы, смотри. Сейчас он себя, вот он. Вот он, походу. Он кто-то убил себя. Так, подожди, тихо. Вот он, я его хватаю. Схватил его. Бьет. Кольнул его, видел? Чем-то. Не знаю, теперь нам опять плохо. Опять же, его шприцом. Типа берешь органы, он такой, и сразу показано настоящего, потому что настоящий агрится, когда берешь его органы, я понял. Понял, я беру органы. Не бери, сразу не бери, его тут нет рядом. Надо только, чтобы он был рядом для этого. Отличная работа, Димка. Все, он сам взял. Тут где-то должен быть настоящий. Орган нашел. Надо взять, вот сейчас. И отнести, найти его, положить и взять, понял? Сейчас я про... Во! Так, это какая-то тёлка. Во, вот тут ходит какой-то. Сейчас мы узнаем, настоящий это или нет. Так, ну-ка. Нет, это не настоящий ходит. Настоящий, наверное, в другой комнате, где-то тут. Вот, идет какой-то мудак. Ну-ка. Нет, не он. Ой. Кишочки чьи-то. Чина. Так, вот бежит какой-то. Тут нет, реально, тут настоящих нет, чувак. Нет, она не стоит. Отвали от моего друга! Я его отомнил. От друга! Поймал его, слышь? Ебать, он меня рубанул! Слышь, он неплохо мне это. Я все думал, ты, ну ладно. Я даже не понял, что произошло. Но, по-моему, победили. Пацан с шипецом. Слышь, Киркоров. О, что-то. Решил, что хватит с него, да? Нормально. Вскрылся, как красиво вскрылся, как настоящий доктор. Я уверен, у него был сертификат. Настоящий зомби. Ветеринара. Вот есть какая-то Алехандра. У меня пила хирургическая. Привет. Лара погибла, бля. Алехандра погибла, соединять. Вот, Изак тут какой-то. Эй, ты что делаешь? Ты что, больной? Нет. Он все оружие спиздил, вот сука. Я так долго его крафтил. Че, где-то должен быть чертеж. Вот. Банка с кислотой. Возьму, но это явно какое-то говно. Тут еще, кстати, есть чертеж, пойди поищи его. Еще. Что, как только не бери коллекционные предметы ни в коем случае, даже если их ты найдешь, он тебя дропнет из игры. Меня не дропало. Ну, меня тоже, но вот первый раз сейчас дропало. И я недавно говорил с Лизой, Лиза говорила, что ее тоже дропало. Так, мне надо что-то с Алехандрой сделать, чтобы она ушла. Она держит невидимый нож между рук. Ну, я на ошибается. Морозильная камера какая-то была. А где же этот чертеж? Неужели он реально на крыше этого здания? Пойду проверю еще раз. Что снизу в подвале. Ну, он нарисован на карте. А, да. Он же не просто так нарисован. Даже не знал, что он не рисуется на карте. Да, что, это можно трубу взять? Можно открыть. Ля-ля. О, так это же мои шмотки. Вот оно где все было. Что? Да, нашел свои шмотки. pavelevel.ru. Золото Архейдж, Аденова 2, ключи активации и многое другое.